Кому сложно? Навальному. Чего ему сложно? А, в тюрьме? Нет, ну он же не может сказать то, что он думает, а все остальное. Вот скажешь не то. Они же даже паспортов, наверное, своих не видят. Они даже с родственниками. Думаешь, забрали у них? Да, конечно. Ёлки-палки. Какие-то, какие-то теории заговора. Да нет, это пансионат какой-то. Это Шпырново. Тут мое детство прошло, кстати. Кто не знает, у бати была лодка. Друзья отдыхали тут в пансионатах, а мы на лодке приходили. Какой расход у Белой Нивы? Смешанный город за город. Ну как-то интересно, от 8 до 14. Ого, разбег что-то. А ну подъезжай. Нива слетает. Да? А ну давай, давай, так, к бородачу. Быстрее, быстрее, быстрее. Подъезжай, подъезжай, не видно. Блин, чтоб нас не сбросят. Да не сбросят. Левее бери, левее бери, левее бери. Да сейчас возьмем. Луаз. А, это на пляже мы. Стой, стой, я выйду, стой, я выйду. Ого. Жестковато тут, да, Пашенька? А вот и пляж. Продолжает борьбу. На сликах. Ты видел, что вы на сликах, Паша? Бородач толкает Луаз. Это кадр дня. Подожди, пусть сам толкает. Как кататься, так сам. Давай, давай, бородач, толкай, я тебе фото сделаю на аватарку. Блин, как красивая машина. А вот и оффроуд, друзья. В поисках пляжа, и мы пляж нашли, да? Попробуй вниз съехать, со льда разгон взять. Давай мы тебя, может, лучше вытолкнем, как ниже. Давай. 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 Давай за 70. Ой, за МПДЖЛ. Веталь, помоги! Бородач, толкай, не держись! Правее руль! Правее руль! Вправо руль, Леш, вправо! Чуть-чуть назад, да? Давай назад. Назад и вправо руль! 20 сантиметров! Вот и долгожданный оффроуд. Все, кто был с нами так долго, хорош. Дождались. О, давай, пошел. Помогай. А ты? Позорят бренд, да? Не говори. Лалес в шоке. Что ты такие? А ну подожди, а ты тут проедешь? А ну давай для интереса. Да проеду. Проедешь? Наверное. А ну попробуй. Как бы еще на сафари хотя бы. Узко-то. Давай Тойота пусть. Сейчас мы поможем, не бойтесь. А, подожди, Нива, 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 Нива. Простое место, просто песочек, да, но тут мокрый со снегом. Насколько Нива лучше Луаза? Намного. Нива легенько пошла без проблем. Я не знаю, что я вообще за... Сейчас попробую. А ну попробуй, интересно. Ого. Луаза в Субару в дрифте идет. Корни. Смотрите. Все. Все. Тут я засел. Тут ты повис. Тут... А что, блокировка какая есть? Какая? Обычная. Ну, задняя. Задняя. Самоблок, ну, этот, разблокировка, да? Чу вперед, чу вперед. Давай вперед. Чу вперед. Давай вперед. Интересно, Виллис, что вы там мерзнете? Нет, у нас порядок. Попробуешь проехать по берегу? Или сложно? По песочку. Интересно просто. Вытянуть его? Или... Да сейчас он его у вас вытащит. Да я-то пройду, ну. Да? Жалко его. Пройду, ничего так. Это не у вас, машина сзади очень нежная, очень нежная. Просто в натяжечку. Подожди, чтоб пилот сел, подожди. Вытащил. Ну поехали, ладно. Еще там будут места, наверное. Так, Нива. Не так тут просто, как кажется на первый взгляд. Видите, какой глубоченный песок. Плюс подъем.
Давай, друг. Попробуй, слышишь, Ветль? Вправо может уйти чуть-чуть вправо. Чуть-чуть назад и вправо попробуй. Ну понял, чтобы не такой крутой подъем был. Блокировку включи. Видите, какое место коварное. Еще назад. Да не надо сандраки, сейчас подтянем. Да, а что ты вытянешь? Да. Вилли спасает Ниву, такого еще не было. Сейчас будет экшен. Что, меня Вилли потянет? Да, да. Трос выровняй, выровняй стропу. Да, Вилли потянет, наверное. Неожиданный поворот. Вообще, я думаю, посмотрите, что тут творится. Давай еще. После Луаза еще надо. Ты видишь, как он развешен, Виллис? Зад загружен пилотом. Смещено все назад. Настолько правильная компоновка. Еще, еще, еще. И также они во Вранглере. Осталось за это. За прицепное. За прицепное. Белая Нива. Ну это же буксировочка. Он не едет, пусть сюда стоит, он идет толкает. Я думаю, спасет. Подожди, Ром. Стой. Чего? Давай еще. Не получается. Люди видели, как в этом песке очень уверенно себя чувствуют. Вправо, наверное, ровняй. Да. Стой, 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 Виталик, херня получается. Попробуй вперед, влево рули, вперед коксу, Ветль. Влево рули, вперед коксу попробуй. Ну я не знаю, вот тебя не скинет дальше, сможешь. Прямо, по идее, ты, может быть, и поедешь. Ну давай сейчас прямо попробую чуть-чуть левее руль, да? Да, да. Сейчас руль. Да сразу влево пробуй, сейчас ты на ровном, может стартанешь и зацепишься. Развернулся красиво. Виллис тебя почти достал. Давай обратно, Виллис, второй подход. Один. Ну если он мне влезет. Едет помощь, да? Ну вот еще в резерве серьезный автомобиль, да, есть, если что. Нет, это, если приспустить шины, это секретное оружие. Нет, давай я сниму. Пройдет. Давай. Хотел по песку, просил его, да, чтоб проехал. И Рома сейчас покажет, что такое Виллис, настоящая военная техника, разработанная задолго до этих гламурных внедорожников.
Не дают Виллису спасти, уже Рубикон подогнали. Подождите, Виллис едет, не надо Рубикон. Блин, как война вроде только закончилась или идет. Такой пейзаж. Ходом, смотрите, как он идет. Чик и все. Шо не, шо не. Да. Так а шо? Смотри, как он едет сам. Сейчас братуха поцелует деда. Давайте Виллис выйдет. Давай, бери его за ручку. За ручку, ручки специальные, глянь, взял за ручку и вынес. Взял за ручку и вынес. Вы меня переставили? Очень. Нормально. Правнук приехал, поможет сейчас. А где ты был, бородач? Куда ты в кадр лезешь? Ты пешком не интересен никому. Сейчас раз, и Рубикон сидит. Отлично, надо больше машин. Надо больше машин, говорит. Да не, Рубикон его не вытащит. Паш, Паш, скажи, чтобы на тормоза давил. Не в камеру, так скажи, потому что так неинтересно будет. Надо Рубикон засадить. Помнишь? Вытянул. Помнишь, как я на тормоза давил, когда ты меня тянул? Это ты курва. Это я курва. А ты меня куда-то тянул, несанкционированно просто. Да, были моменты. Не помню, куда-то меня Паша тянул, глумился. Я тормозами тормозил. А, на залупазе, наверное. Да. Ну все, спасли. Коварный песок, да? Перепутай педали. Какой коварный. Вот это сервис. Так, ну все. Блин, феерично было, если бы тебя Виллис спас. Ну, наверное, не спас бы, да? Нет, не спас бы. Сидел ты там уже плотно. Фух, тепленько так стало. Появился. Сзади? Ну, бородач же вернулся в истерике. Что я тут организовал за оффроуд? Несанкционированный. Ну, идем неплохо. К следующему пляжу. О, ля, какой мост, слышишь? Это мост? Вояки положили. Да? Да, давайте рубанем по этому мосту. Давай. А вдруг мы... Нет, на вояки мост проложили. В магазин. Мы едем в магазин, слышишь? Точно? Не, ну нормально идем, я вам скажу. Все четко, конечно, красиво сегодня. Вот и оффроуд был хоть немножко, порадовал.